Так, Макар выдал запись, что очередной слив Макара, даже не хочу. Макар это, ну как сказать, тут абсолютно правильно, вот последнее, что я видел там, это Щегельского у Балаганова. И Щегельский абсолютно правильно сказал, что ну это как вот быть с Макаром в одном помещении, это как быть с кучей дерьма в одном помещении. Это воняет, это невозможно. В нормальной стране, в цивилизации, это в принципе невозможно. Макар это просто кусок дерьма. Он и как человек дерьмо, потому что он пишет людей, которые ему доверяли на тот момент. Он и как политик дерьмо, потому что человек, который надевает георгиевскую ленту, а потом рассказывает, что он белорусский патриот, это просто дерьмо. Вот. Он и врун, он и подлец, потому что он подло поступает по отношению к людям. Он и человек, который не имеет своего слова, потому что он говорит, я все, ухожу с форума, значит, выпилите меня оттуда, значит, и вообще забудьте мое имя. И потом, как Щегельский рассказывает, хожу в помещение, сидит. Что про него рассказывать? Ну что про него рассказывать? Ну просто куча дерьма. Вот единственное определение, которое можно ему дать по всем вообще направлениям. И то, что он своей вонью испоганил форум демократических сил, это факт. То, в принципе, вот то, что Валерий Цыпкало вроде не глупый человек, и Вероника так вообще тоже замечательная умная женщина, предпочли вместо огромного, важного, мощного движения супротив и Дмитрия Щегельского. А супротив это не просто супротив, это и киберпартизаны, это и во многом белорусские добровольцы, этот полк Калиновского и все остальное. Вот они вместо того, чтобы в форум свой интегрировать движение супротив, они взяли одного, эту кучу дерьма, про которую там и Прокопьев сказал, и все остальные. И завоняли этим дерьмом весь форум свой. И теперь все, кто вспоминает форум, они говорят, а это форум, где вот эта куча дерьма была. Я не знаю. Ну это настолько просрать вот этот форум. Повторяю, если бы там застолбилось движение «Супротив», это было бы мощнейшая действительно организация. Мощнейшая организация. Потому что супротив там был единственный тяжеловес. И Щегельский там был единственный тяжеловес. И потерять это ради этого говна, ну вы мне, которая мало того, что форум дискредитировала сливом всей этой переписки, а, да, там и про этот форум, там, и про его участников все там написал, и т.д. и т.п. Я это не понимаю. Я бы сделал так на месте Валерия Цыпкало. Так, ты написал заявление о выходе? Удовлетворено. Пошел на три буквы туда, куда русский корабль пошел. Все. И закрыл бы тему. То ли у Цыпкало не хватило, не знаю, чего. Ума, то ли не хватило решительности, то ли его заболтал этот, то ли что. Но я повторяю, потерять супротив, вы понимаете, да, мощь, как бы политическую, движение супротив, киберпартизаны, пол Калиновского, и получить взамен кучу пустого, вонючего дерьма, я не знаю это. Не могу это понять ни с какой логической точки зрения. Может, мне кто-то что-то объяснит. Ладно. Ладно. Но тут Прокопьев, конечно, этот форум немножко поддержал с медийной точки зрения. Но, знаете, медийная точка зрения, разговоры про королеву и Черчилля, это... Как это? Плохая замена овсу.
Песок – плохая замена овсу. Форум мог пройти гораздо более круто и мощно, и продуктивно. Ну вот, прошел так, как, извините меня, прошел. Теперь вот это все может ждать еще и Конгресс белорусов в той или иной форме. Про это тоже поговорим. Друзья, 1000 человек нас смотрит, 400 лайков. Продержался я в эфире уже 50 минут. Поставьте лайк за это. Не обещаю, что... Я просто предупрежу, когда устану. Ну, стараюсь, видите, и голос стараюсь сохранить, и какую-то трезвость мыслей. Но если вдруг где-то в чем-то запутаюсь, уж простите, ковид. Давайте на ковид будем все... Будем скидывать все на ковид. Вот. Цепкало предложил всем участвовать, зато все узнали, кто такой. Ну, это не та цена. А во-вторых, что значит всем участвовать? То есть может приехать и представитель Губопика и участвовать там. Оригинально, что могу сказать. Не бывает всем. Есть, ну, как бы не может участвовать, не знаю, Чикатило там. Представитель Губопика не может участвовать. Макей вряд ли там может участвовать. Всем не бывает.